Сегодня 20 августа, простите. Вышел за морожкой. Прошел несколько километров, до своего места не дошел, нашел полянку. Тут морожки не так много. Немножко собрал. Так. Но морожка спела, как раз она уже поспела. Комары. Так. Вот, ее себе просто, ее можно срывать. Она без чешелистиков. Так отходит спокойненько и кидаю ее в место сбора. Емкость для сбора. Так, здесь я думаю, ну литра два соберу и пойду дальше. Здесь ее не так много. Ну, в принципе, туда я еще схожу. Мне еще осталось идти до моих двух мест, которые я отметил, еще где-то метр два. Ну, надо здесь... Не удержался. Обычно я редко так делаю, чтобы, не дойдя до своего места, собирать. Но сейчас я, так как уже 20 августа, уже людей много ходило в лес. Собираю это незрелую зачастую. Поэтому решил собирать все, что попадется. Мало ли, приду, а там пусто. Такое бывает. Так, вот. Чуть-чуть совсем собрал. Немножко черники. Черника вкусная попалась мне. Потом решил тоже пособирать. Но у меня... Надеюсь, пол-литра собрать, чисто детям поесть. Ну и морожку планирую собрать только сколько смогу. Планов не строю в этот раз. Морожка запозднилась, поэтому могли ее, как я уже говорил, собрать. Вот такая полянка. Куда он уходит? Ладно, пошел я. Забыл сказать. Морожка сейчас такая, какая должна быть. Она уже мягкая, но не до такой степени, чтобы сразу дать сок. Пакете, к примеру, что у меня емкость одна такая маленькая, 3 литра, пол-литра там, кажется, или литра, я не помню, под чернику. Ну и пакеты, буду высыпать пакеты и складывать в короб то, что не влезет в эту емкость. Вот еще показываю, сейчас, вот она. Раз, сразу отходит. На, такая еще. Не текет, как говорят. Можно было, конечно, еще дельку подождать. Но, думаю, смысла нет. Она уже дошла. Шелестки отходят. Это верный признак того, что морожка поспела. Вот небольшой урожай. С полянки, который даже не хотел останавливаться. Собрал 1,5 литра. Ничего собрал. Пойду дальше. Не буду уже по ягодкам тут. Я вон виднеется. Более много, но не буду время тратить. К тому же тучки проходили. Сейчас небо. Комар там. Небо ясное. А вот когда стал собирать, тут тучка была. Она быстро. Даже чуть-чуть моросила. Это он быстро все прошло. Ладно. Надеюсь. Дождика сегодня не будет. 3 литра морожки собрал. Пересыпал в пакетик, положил в короб. Иду дальше. Жарище невозможное. Плохо перенесу жару. Еле-еле иду. Так бы я уже намного больше собрал, уже намного больше бы ушел. Получилась вот такая кастрюля морожки. Много черники, чисто для детей поесть. И грибов на суп. Можно было больше, но мне с погодой не повезло. Было слишком жарко. Может быть, еще схожу. Вот там еще и там черники. Эй, морожки очень много. Черники тоже. Ну, грибов очень много, черники попадается. Еще, видимо, не время.